Шалом Хаверим, Гмара Хатима Тува. Так желают друг другу евреи в день Йом-Кипур. Они говорят, да будет имя твое записано в книгу жизни на следующий год. Авину Малкейну, Авину Малкейну, Ханену Ванену, Кеэйн Бану Маасим. Осейману Цдака Вахесет, Осейману Цдака Вахесет Вахошейну. Отец наш, Царь наш, сжалься над нами. И ответь нам. Ибо нет у нас благих дел, за которые мы могли бы получить определенное вознаграждение. Соверши для нас свою праведность, яви нам свою милость и спаси нас. В этой старой молитве раскрывается основной левомотив праздника Йом Кипур. Стремление к искуплению, стремление к спасению, стремление к тому, чтобы Бог покрыл грехи. Хаксамайх Йом Кипур или, как говорят, Ашкеназена, Идыш, Йом Кипер. А если более правильно, как написано в Торе, Йом Кипур, Йом Кипурим. И очень часто это название переводит как «судный день». Но более точно с, с позиции библейского иврита будет «день искуплений». Не просто одного, а день искуплений многих. И в Торе сказано, книга «Левит», 23 глава, знаменитая глава о праздниках Господних, с 24 стиха. «Скажите нам, Израиль, в седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и переносите жертву Господу». Да, это, конечно, Йом Труа, праздник памяти трубного звука. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицем Господа Бога вашего. Отметьте очень важность. Это день очищения. Это не день суда, это день очищения а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая-нибудь душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное. В роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца. От вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Итак, Йом-Кипур день искупления. 9 тишрея захода солнца начинается самый святой день еврейского календаря Йом Кипур. Само слово Кипур, Йом Кипурим, мы уже говорили, что день покрытий, множество покрытий для многих. Итак, Кипур имеет несколько значений. Первое, Капар покрыл, то есть одно слово Капор, Капот, Капара искупление и кафар отрицать, не верить. Отсюда арабское слово кафир неверный. Итак, э, смотрим дальше. Левит 23 глава 27 стих. Но в десятый день седьмого месяца этого день искупления. Священное собрание будет у вас и смиряйте души ваши. Еще этот день называют шабат, шабатон или суббота, суббот. В йом Пур запрещено совершать ту же работу, что и в шаббат. Очень интересно, да, емкий пор он может выпасть в любой день недели, но это будет суббота, суббот. В наши дни это действительно самый торжественный день в еврейском календаре, который сопровождается постом, активной молитвой и самоанализом. Служение в синагоге сосредоточены на чтении и провозглашении отрывков из Писания, которые говорят о том, что Господь простит грехи Израиля. Итак, ибо в этот день искупитесь вы, чтобы очиститься от всех грехов ваших перед Господом. Очиститесь вы. Очень интересно, этот день искупитесь вы, чтобы очиститься. Очень важно вот само очищение, искупление, покрытие грехов, потому что мы можем видеть вот эту древнюю концепцию, потому что мы понимали, что ничто нечистое, оно не могло приблизиться перед лицом Господа. И Бог делал вот этот великий, сделал вот этот великий праздник для того, чтобы помочь своему народу вернуться, вернуться к себе. Знаете, это похоже на то, как ребенок потерялся в лесу, и отец э, взял шафар, вышел и начал трубить. Это йом труа. И ребенок, он вернулся к отцу, и говорит, папа, прости меня, я был виноват, я ушел без разрешения, я потерялся. Но отец обнимает своего сына и говорит, я люблю тебя, я всегда тебя любил. Это Йом-Кипур. И Моше э, бен Маймон, которого мы знаем как больше как Рамбам или Маймонит, это еврейский философ, богослов, тумудист, раввин, врач, известный законно учитель своего времени, написавший... Э, 12 символов веры. То есть он писал в своем труде, который называется Законы чувы, пятый раздел с первого стиха. Род человеческий стал единственным в мире. И нет подобного ему, в том, что человек сам по себе с помощью своего сознания и мышления знает, что есть добро и что есть зло, и делает все, что пожелает. И никто не помешает ему поступать хорошо и плохо. «Пусть не придет тебе в голову мысль, подобная тому, что говорят губцы, которые есть во всех народах, и большинство неучей среди евреев, будто всемогущий, определяет, каким быть человеку – праведным или безранственным, мудрецом или губцом, скупым или щедрым, и, как во всех других, и так о всех других человеческих качествах. Нет никого, кто принуждал бы человека или диктовал ему, как ему следует поступать. И отсюда следует соответственно, что сам грешник служит причиной своих несчастий, поэтому ему следует рыдать и оплакивать то, что он сделал со своей душой. Нам надлежит вернуться в раскаяние и оставить наше зло, ибо в нашей власти поступить так. И мы видим, что здесь идет вот это указание на то, что люди действительно могут сами влиять или менять свою судьбу. Знаете, в восточных религиях или в мусульманстве есть такое понятие, как э, вот так должно быть. Ты, ты бедный, да, ну, Акбар, все нормально, все так должно быть. Но мы видим в Писании, Бог говорит человеку, ты можешь измениться. Ты можешь совершить шубу, ты можешь вернуться ко мне, даже если ты совершил плохое деяние. И никто не рождается богатым или бедным, умным или глупым. Мы сами становимся такими в процессе нашей жизни. Если мы получаем знания, становимся мудрее. Если мы слушаем мудрых, да, как написано в Писании, мы, конечно, получаем мудрость. Если мы идем за глупыми, за безрассудными, ну, извините, получается награда того, тех, за кем мы идем. Итак, из этого вывода, из этого, из этого отрывка мы можем сделать очень простой вывод. Мы не можем быть спасены своей праведностью. Мы не можем нашими делами просто быть спасены. Знаете, я хороший человек, поэтому все нормально, Бог должен принять меня таким. Как написано в книге Иова, и Элифаз, он, обращаясь к Иову, говорит, «Человек праведнее ли Бога, и творение чище ли Творца своего?» И о том же сказано в книге Псалмов, 130-й, Псалм 3 стих. «Если бы ты, Боже, хранил все преступления, кто бы из нас, о Господи, остался стоять перед Тобою?» Отметьте, очень важно. Мы порой смотрим на себя, вот знаете, вот так, я хороший человек, я посещаю э, собрания, я хожу в синагогу, да, я хожу в шоу делать девен, я хожу в синагогу молиться, я помогаю ближнему, я помогаю родным, я вроде бы хороший отец, я вроде бы неплохой верующий, но Бог говорит, что ты, ты должен посмотреть на себя немножко с другой сторон стороны. Наша, наша, наша праведность, она порой как запачканная одежда. Наша, мы можем делать какие-то поступки, которые будут не соответствовать тому Божьему стандарту. И при этом мы будем считать себя правыми. Почему? Потому что ну, они сами виноваты, они нас вывели. И поэтому в Емке Пор очень интересно: Бог прощает все грехи, сделанные против Него. Но чтобы, например, получить. Э, полное покрытие примирения, надо идти к ближнему да, и примириться с ним. Помните, как Ишуа говорил, что если ты идешь совершать жертву и вспоминаешь, что не просто как-то так произошло кто-то против, а ты против кого-то, иди и примирись с ним. То есть очень важный вот этот момент примирения с другими людьми. Это говорит о том, что Богу важно наше полное вот это состояние, не только вертикальное, но и горизонтальное. И Писание говорит э, книге э, Ребе шауль в послании к римлянам, говорит э, 3 глава, 23 стих, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И книга пророка Езекеля, 18 глава, 4 стих, Ибо вот все души мои, как душа Отца, так и душа Сына мои. Душа согрешающая, там умрет. И второзаконие и 24 глава 16 стих. Каждый должен быть наказываем смертью за свои преступления. Это Божья справедливость. и очень часто мы хотим, чтобы Бог являл свою справедливость когда делается зло нам. Но бог хочет чтобы мы являли милость на самом деле, потому что мы сами желаем милости. Итак, и еще Езекииль, 33 глава, 8 стих. Когда я скажу беззаконнику, безобо, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты будешь ничего не говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его защищу от руки твоей. И здесь можно немножко сказать по-другому, что вроде бы это касается э, беззаконника, которому надо идти и говорить о его беззаконии, но это и касается нас. Это, говорится, об ответственности, ответственности Йом, Йом Кипур, в ответственности верующих людей всегда искать мира. И как писал тот же Рабби Шауль, что ищите мира со всеми и желательно будьте со всеми в мире. Итак, мы можем с уверенностью сказать, что Йом Кипур – это день милости, день милости. Бог Израиля оказывает милость своему творению, потому что природа Творца – это милосердие. Книга Псалмов, 77-й Псалм, 38-39 стих. «Но он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждался ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается». Еще раз. «Он помнил, что они путь дыхание, которое уходит и не возвращается». Если по справедливости мы все заслуживаем наказания, если брать Божьи стандарты справедливости, то земля должна была быть уже давно уничтожена. Но Бог по своей милости, как написано, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращая гнев свой. Это очень важно помнить. И этот праздник, Йом-Кипур, является вот этой... Вехой это является праздником благодати, праздником милости. Знаете, почему-то мы связываем слово благодать с Новым Заветом. Мы говорим, в Старом Завете был закон, в Новом Завете благодать. Как бы такой дуализм. Знаете, раньше Бог был такой вот строгий, сейчас Бог добрый. На самом деле это ложь, это неправда, это неправильные отношения. Бог вчера, сегодня и завтра тот же. Давайте посмотрим. Получил ли Израиль совершенный закон, потому что он его заслуживал? Ну, конечно, нет. Но мы знаем, что это была милость, которую явил Господь. Для чего? Чтобы показать народу, чтобы явить себя, показать определенные правильные отношения, в которых человек должен приблизиться к Богу. И если мы посмотрим на другие моменты, мы видим, что Бог Действовал из милости даже тогда, когда люди не заслуживали его милость. И это благодать, это незаслуженная милость. Народ Израиля постоянно был в благодати. И благодаря этому даже закон это благодать, потому что это инструмент для изменения и исправления нашей жизни. Итак, мы откроем Брит Хадашай и мы прочитаем. Послание к Ефесянам, 2 глава с 4 стиха. «Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Мессией, благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости ко всем нам в Мессии Иешуа. Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. И я еще раз повторю, посмотрите, Бог богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас. Это Йом-Кипур, это Йом-Кипур, день искупления. Это Йом-Кипур, когда Бог приходит к своему народу, чтобы вернуть своих детей к себе. И это очень важно помнить нам, новозаветным верующим, верующим в еврейского Машииха, в Ишуа, Мессию, потому что очень легко в этой суете будней, в, этой, в, этой, в этом круговороте движении вперед забывать важное. Поэтому Бог дает нам эти праздники, праздники Господни. Они не еврейские. Знаете, мне говорят, вы евреи, много христиане вот, мне говорят, вы евреи, празднуйте свои праздники, а мы будем праздновать свои. Нету праздников ваших и наших. Есть праздники Господни, есть праздники исторические, есть праздники тематические, но мы держимся именно за то основание, которое дал нам Господь. Праздники Господни, которые Он доверил Израилю. И я верю всей Церкви, всей общине Божьей. И это напоминает нам, что Бог богатый милостью. Бог милующий, Бог приходящий к страждущим. Итак, давайте мы посмотрим на прошлое. Это очень важно, обратить внимание, как было в прошлом, как Йом Кипур проходил в прошлом, чтобы через призму прошлого посмотреть и на настоящее и сделать выводы. Итак, порядок службы в храме. Первосвященник начинал службу в храме еще до восхода Солнца и завершал ее закрытием ворот храма в конце дня. От этой службы зависело искупление всего еврейского народа. Как сказано, и совершит он искупление за себя и свой дом и за весь Израиль. Да? книга Левит, 16 глава. Все храмы в этот день, начиная с утреннего жертвоприношения. По, мне, по мнению некоторых авторов и э, с ночной уборки пепла, да, вы, вы, вы же понимаете, что левиты это не только те, которые стояли, как в нашем представлении, не стояли на сцене, трубили в трубы, пили песни, играли на кимбалах звучащих, они просто работали. Они убирали пепел от сгоревших дров, жертвенник, они мыли жертву, они разделывали эти мясные туши. То есть Левит это не просто тот, который вот, вот знаете, вот вс... это была тяжелая, и кропотливая работа. И иногда наш труд перед Богом он действительно тяжелый. Но в этот день первосвященник делал все то, что делали рядовые э, служи... служители, Левиты. Это очень важно, чтобы увидеть, например, сегодня какие-то моменты. Итак, это продолжалось э, вплоть до времени, когда нужно было приступать к утреннему жертвоприношению. В течение всего дня, более 12 часов подряд, люди, пришедшие в храм, стояли и с трепетом наблюдали за службой в храме и жертвоприношениями. В этот день евреи, которые приходили в храм, они ничего не делали. Они просто ждали. Вот представьте, это хорошая и хорошая позиция для нас ожидание. Они понимали, что теперь все зависит не от них, все зависит от Бога, все зависит от Бога и того, кто предстоит перед ним. Коген Гагадоль, первосвященника. Итак, первосвященник приносил в емки пор 15 жертв не считая козла отпущения. Двух быков, двух баранов, двух козлов и девять ягнят. Двух ягнят, как в обычный день, одного утром, другого вечером. Быка, барана и семь ягнят в мусав, то есть как в Рожка Шана, то есть это днем, другого быка и барана, дабы искупить грехи первосвященника, других священников и их семей, еще одного барана и козла, дабы искупить грехи народа. Первосвященник сам резал этих животных, собирал их кровь, воскурял, предписывая законом части на жертвенное, совершал возлияние и другие необходимые действия. Трижды в течение дня он воскурял на золотом внутреннем жертвеннике, дважды утром и вечером 100 динариев, это мера веса, благовония, и в обыч, как в обычные дни, и в третий раз 300 динаров тончайших благовоний, особое воскурение в йом -Кипур. Первосвященник менял одежду пять раз в течение этого дня. Всякий раз перед этим он окунался в микву и дважды освещал руки и ноги в специальном золотом сосуде для омовений. После этого, как он снимал одежду и после того, как одевал новую. Потом он одевал белую одежду, приносил жертву второго быка и бросал жребий. Какой из козлов будет принесен в жертву, а какой станет козлом отпущения. Затем он привязывал красные ленточки, носил воскурение и кровь жертвенных животных, в святая святых. Все то, святая святых не входит в золотой одежде. Знаете, есть такое понимание, что золото было скомпрометировано именно историей с золотым тельцом. То есть из золота люди сделали из тукана. И поэтому для Бога важно не золото, для Бога важна простота и чистота наших сердец. Поэтому пересвященник входил туда в простых белых одеждах. Выйдя из святая святых, он переодевался в золотые одежды и приносил в жертву козла и двух баранов. Затем он снова надевал белую одежду и входил в святая святых, чтобы вынести оттуда предметы, которые принес туда утром. Одну и ту же белую одежду запрещено было использовать дважды, поэтому пересвященник надевал каждый раз новый белый наряд, который, <coughs> хотя в нем не было ни одной золотой нити, стоил очень-очень дорого. После этого он надевал золотые одежды, приносил ежедневную вечернюю жертву, совершал воскр... воскурение и поправлял свечи. Затем он снимал э, их и надевал свою обычную одежду. Всего он менял одежду пять раз, пять раз окунался в микву, и десять раз освещал руки и ноги в золотом сосуде. Первосвященник исповедовался со съемки пор трижды, дважды возлагая руки на голову быка, который должен был искупить его грехи, грехи его семьи и грехи других священников. Третий раз возлагая руки на голову козла отпущения, исповедуя за весь народ Израиля и отпуская его грехи. Первосвященник десять раз произносил в этот день имя Всевышнего, по три раза во время каждой исповеди, и затем, когда он бросал жребий, говорил, про жертвенного козла. Это жертва Господу. Когда люди, находившиеся в храме, слышали грозное имя Бога, они падали ниц и отвечали «Благословенно, слава царства Его во веки». Первосвящение в этот день святое святых четыре раза, принося туда воскурение, принося туда круг жертвенного быка, принося туда, принося, туда кровь жертвенного козла, наконец вынося принесенные утром предметы. И вы спросите зачем столько много перечислений, зачем столько много подробностей потому что сегодня сегодня да э, мы не видим э, храма, нету храма и мы сегодня видим что нету вот этой последовательности нету того что происходило тогда это говорит писание то что я читал это просто чтение писания и, сопостановление, что же делал первосвященник в тот день, и мы можем увидеть, что сегодня, к сожалению, так не происходит. Еще мы, я хочу рассказать или сделать больше акцент на служении о вода, йом кипур для жертвенной службы в храме, да, а вода, производимая в йом кипур, было необходимо два козла. Левит 16 глава 8 стих и бросит Аарон обеих в обеих козлах жребий. Один жребий для Господа, другой жребий для искупления или в, иврите, на, или в оригинале Азазела. Слово Азазел определяется в Гемаре, Йома 676 и как обрывистая каменная скала, возвышающаяся пик, с которого этого козла сбрасывали вниз, на верную гибель. Козел, предназначенный для Азазеля, представляет собой тем самым то, от чего полностью избавляются, что отбрасывается прочь, с чем остаются навеки. И, в, скажем, в Талмуде мы можем прочитать в трактате Мишна Йома 5.1 и в Гемаре 62а, что необходимо, чтобы два козла, предназначенные для Йом Кипура, были совершенно одинаковы по виду, по размеру и по цене, и чтобы куплены они были в одно и то же время. И хотя они со всех отношениях сходны с друг другом, да, как два близнеца, судьба их совершенно противоположна. Один предназначен для Господа и приносится в жертву на алтаре, второй отправляет умирать в пустыню. Итак, каким же способом определялась их судьба? Я еще раз повторюсь, мы можем увидеть эту церемонию, ее описывает Раши. Раби шой Майцхак, Ставили одного козла справа от себя, другого слева. Первосвященник опускает обе руки в урон и вынимает один жребий правой рукой, а другой левой. И эти жребии возлагает на них, по одному на каждого. Козел, на которого пал жребий с надписью «Алашем» приношается Господу, а с надписью «Ле Азазель» отправляется в пустыню. То в чем же состояла двойная функция этих двух козлов? Вот в чем. Смотрите, когда бросается жребий и табличка, на которой написано, да, выпадает на первого коза этого коза убивает и его кровью кропят перед ковчегом Завета. Еще почему, да, вопрос такой. Но прежде я хотел сказать, знаете, в нашем представлении существует неправильное понимание, что кровью омывали, знаете, брали ковшик и выливали. Нет, кровью кропили брали просто эту кровь и кропили на жертвенник. Не было вот этого, знаете, такой вакханалии, кровью разливали, поливались, нет, кровью окропляли. Итак, почему? Потому что в Левите 16 глава, 16 стих сказано, что для очищения от нечистот сынов Израилевых и от преступления их во всех грехах их. Другими словами, это была жертва за грех всего народа. Все смотрят на второго козла, к которому подходит первосвященник, и первосвященник возлагает на него руки. Итак, Левит, 16 глава, с 20 стиха. «И совершив очищение святилища, скини собраний и жертвенника и очистив священников, придет он живого козла и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, Исповедает над ним беззаконие сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит о них на голову козла. Это шлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония, их в землю неприходимую, и пустит он козла в пустыню. Книга Левит говорит, что понесет козел на себе все беззакония их. Не, знаете, это не метафора, не символ, не, это буквально животное целитворяло грех, оно стало грехом Израиля, да? Затем второй козел Азазель, который должен был убраться отсюда, становится объектом презрения. Этот козел презираемый, и отвергнутый, должен был как можно скорее выведен из стана. Если кто э, только задуматься над этим, то именно тот, кто унес с собой грехи Израиля, должен быть, э, должен стать презиренным и отверженным. Еще раз. Вы понимаете, да? Вроде бы этот козел делал важную роль. Он брал весь грех Израиля и уносил его. Он уводил его из стана. И при этом становился презренным и умоленным. Ничего не напоминает вам, да? Он был презрен и умолен, да, муж скорбей. Итак, во времена храма, как записано в Талмуде, к ну это, это опять же, это, скажем, предание, это этого нет в Писании. К рогам привязывалась алая ленточка. Его отводили к высокому обрыву, где лента разрисалась. Час алая лента привязывалась к обрыву, а козла, а козла потом сталкивали с утеса или со скалы. Когда жизнь покидала козла, который принес на себе грех и стал грехом Израиля, алая лента сверхъестественно становилась белой, как будто Бог говорил. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши как бы гряны, как снег убили если будут красны, как пурпур, как волну, убили Исаия, 1 глава, 18 стих. Это чудо происходило каждый год, словно Бог подтверждал действенность жертвы емкий Кипур. Он говорил, еще на один год я отодвинул суд и принял эту жертву. Итак, настоящее. Мы говорили о прошлом, но давайте мы придем в наше время. Настоящее. Храма нет, но вопрос искупления остается. Итак, как же это происходит в наши дни? Понятно, я, что сегодня жертвы нет, и раввины постановили, что молитвы они замечают, заменяют именно жертвоприношение. Но существует еще одна традиция — капород, или еще ее называют капорес. Кроме поста и молитвы, многие ортодоксальные евреи в преддверии Емкипора совершают особый отряд, который называется капород. Слово «копорот», да, мы уже говорили, что это покрытие или еще это крышка ковчега. Вот крышка ковчега, да, на которой были эти два ангела, она тоже называлась «копорот», то, что покрывает. И на которую в емкий пор приносили эту жертвенную кровь. До наших дней дошел древний обычай на судный день приносить петуха в жертву за грехи. Перед тем, как петуха убегают, да, его три раза обносят вокруг головы человека, который приносит жертву, тем самым как бы показывая, что Петух забирает его грехи и произносит: Это моя замена, это мое искупление. Этот петух обречен на смерть, а я на жизнь, и долгую жизнь и покой. То есть мы говорили немножко выше об воде в храме, да, мы видели, как первосвященник готовился, что он делал. И мы видим: сегодня берут петуха три раза вот так вокруг головы. И говорят: все, ты должен умереть, я должен жить. Несмотря на то, что вековая. Традиция предписывает делать копорот при помощи петуха или курицы. Это для женщин. Кстати, беременна должна знать и петуха, и курицу. В последнее время распространен обычай делать копорот при помощи денег. И особенно в случае, когда нет резника, чтобы сделать шхиту петуха. То есть должен быть особой вещи, которая убить правильно петуха. То есть если его нет, уберут деньги, крутят над головой и произносят «Элуамот». Тейс это деньги будут с дакой, после чего деньги отдают бедным людям. Да, кстати, деньги на копорот не берут из десятины. Да, деньги десятины. Итак, стоит отметить, относительно самого вот этого копорота, стоит отметить, что этот обряд, он не упоминается ни в Торе, ни в Талмуде. И это Галаха, это просто традиция. Он возник в Авионии, в период Ганаим, то есть период, который это седьмой век нашей эры, уже впер, в период ранних комментаторов, 11-16 век нашей эры, возник спор, следует ли соблюдать этот обряд. Рамбан, Нахмани, да мы его сегодня у, у, упоминали, его учени, великий ученик Рашбо, Раби Шома бен Адерет, считая что это напоминает действия колдунов, обряд запретили. Но некоторые другие мудрецы этого периода полагали, что его следует продолжать и соблюдать. Составитель Шульхан Аруха Раби Йосиф кара постановил, что каппарат, вот это де действие с петухом делать не следует. Но по мнению Рамо, автора комментария на Шульхан Арух, в котором приводятся ашкенадские традиции, каппарос – это очень важный обряд, который нужно сохранить. Итак, о значении Йом Кипур. В, в эпоху разрушения второго храма и упразднения жертвоприношений Мидраши и раввинистические авторитеты говорят, «Ём хакипурим» сам по себе искупает грехи человека. Сифа, Ахареймот 8.1, да. Майямят, Хилхот, Шува 1.4. С тех пор, как храм был разрушен, молитва стала служить, я уже об этом говорил, заменой жертв. Трактат Брахо 26, молитва вместо, принош... «Молитва вместо жертвоприношений она». И в книге Загар также сказано, «Сегодня, когда у нас нет жертв, молитва вместо жертвы». Но мы видим, что это не соответствует, опять же, Торе. Мы говорим, мы хотим следовать Торе. И это не соответствует Торе и Божьим заповедям относительно искупления. Сам день по себе не может быть, служить искуплением петух не может покрыть грехи народа, потому что петух даже не жертва. Вы понимаете, очень важно, что Бог называет жертву жертвой. Он говорит, вот это жертва, возьми ягненка, возьми коза, вала, это жертва. Без пятна, без порока, а петух, ну, не было. Были голуби, да, жертва бедных, но почему-то сегодня их не используют. Ну, и тем более деньги, которые даются вместо жертвы. То есть Представьте, пересвященник выходит и говорит, народ, вот вам тысячу шекелей, приходит в святой и святых, ходит тысячу шекелей на э, вот этот копор да, между двумя ангелами, говорит, Господь, ну мы договоримся, вот тысяча шекелей, это же все-таки деньги. Мы видим, что это так не было. Мы видим, что сегодня традиция не такая, как была раньше. Почему? Потому что мы видим, есть определенные условия в искуплении. Левит 17 глава 11 стих. «Ведь жизнь всякой плоти в крови, и я дал вам ее как средство искупления вашего, на совершаемого. Ибо кровь взамен вашей, вашей, пролитая, благодаря жизни в ней дарует искупление». Еще раз. «Вся жизнь всякой плоти в крови, и я дал ее вам как средство искупления вашего, и не дал вам деньги как средство искупления вашего». Я дал вам определенные условия на жертве, э -э, кровь искупления на жертвеннике совершаемого. Ибо кровь взамен ваша пролитая, благодаря жизни в ней, дарует искупление. Кровь пролитая вместе, вместо вашей дарует искупление. И евреям 9 глава 22 стих в Брит Хадаша мы читаем. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. И мы смотрим дальше. Основной частью служения в Йом-Кипур являлось священнодействие первосвященника в храме, который приносил жертвы во искупление своих грехов и грехов народа. И стоит особо, и стоит особо отметить, что если все труда еще во все другие праздники как-то было личное, народ приходил, приносил, то в этом празднике все ждали Бога. Это было упование на Бога. Да, Мы цитировали. И это не от вас, да, не от дел ваших, да. Это благодатью вы спасены через веру. И народ ждал, народ терпеливо стоял и ждал. Он ждал, когда же первосвященник выйдет из ворот храма для того, из ворот вот этого святого, святого чтобы вот эта радость, что есть искупление, она была явлена. Потому что без этого прощения народ не мог не мог приблизиться к Богу, он не мог получить вот это трепетное и нежное состояние близости со своим Творцом. Итак, кровь искупительной жертвы была необходимым условием прощения грехов в этот день. И опять мы не видим денег вместо жертвы, мы не встречаем в этой истории петуха и курицу. И вы знаете, Раби Элизербен бен Уренкос Уркенос, живший в VII веке в земле Израиля, составил молитву на Йом-Кипур. Она не входит в, в, в официальный сборник молитв Махзор на Йом-Кипур. Я, я прочту, и вы, наверное, поймете, почему. «Наш праведный Машеях отвернулся от нас. Мы поступили глупо, и, не, и нет никого, кто бы нас оправдал. Он несет на себе наше беззаконие и ермо наших грехов. Его пронзили за наше преступление». Он несет на своих плечах наши грехи, чтобы найти прощение нашим беззакониям. Ранами Его мы исцелились». Это молитва ожидания. Это молитва того… Это ортодоксальный раввин. Это законоучитель Израиля. Другие его молитвы, они, скажем, имеют популярность. Но эта молитва почему-то настораживала. И знаете, эта молитва так, так похожа на другой отрывок в Танахе, который не принято читать в синагогах, который выпал из вот этого годичного чтения Торы, который выпал из этого годичного чтения Хафтары, да, это Исайя 53 глава. Итак, я цитирую с третьего стиха. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от, от него лицо свое. Смотрите, он был презираем. Он был презираем, как тот же козел, который брал на себя грехи который уходил в пустыню. То есть это был обыкновенный, но в тот момент, когда грех сходил на него, он становился презираем. Его отталкивали и ни во что, и, и ни во что не ставили его но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и рано Его мы исцелились». И еще как бы перевод, он говорит, мы исцелились тогда, и мы продолжаем исцеляться сегодня. И все мы буждали, как овцы. Каждый совратился на свою дорогу но Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал у своих. Как овца виден был он на заклании, и как агнец перестригущим его безгласен, так он не отверзал у своих». Мы знаем, что Ишуа стал, он не просто стал, он был нашим первосвященником, который вошел в наше, который вошел в небесное святилище с кровью козлов не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, и приобрел для нас вечное искупление. Благодаря его служению мы имеем открытый доступ к Богу и можем приходить к престолу благодати, чтобы получить милость и прощение грехов. Послание к мессианским евреям, 9 глава, 11-14 стих. Но в Машиях Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершенщую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. И приобрел вечное искупление. Это очень важно, это прекрасно. Храма нет, но есть вечное искупление в нем. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел и телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мне паче кров Мессии, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и нетленному. Грех может быть прощен только в результате пролития крови. Это закон, который установил Бог. Это такой же самый, как закон гравитации, когда ты подкидываешь что-то вверх, и оно падает вниз, притягиваемое силой тяжести так же самое и здесь грех прощается только тогда когда проливается кровь когда идет потом исповедание этого греха но сам по себе он не может проститься поэтому я вначале говорил о том что бог прощает грехи наши в емкий пор но если мы имеем против кого-то что-то нам надо идти и примириться с ним чтобы была полнота в небесного и полнота земного Итак, Йом Кипур сегодня – это праздник освобождения и освящения. А наше освобождение для служения Богу. Это Йом Кипур, праздник благодати. Иногда мы смотрим на прошлое и говорим, это было когда-то, эта история, это не нужно. Но изучая Йом Кипур сегодня, мы можем понимать, что он важен и для нас, верующих в Нового Завета. Мы не пытаемся заработать искупление благодаря нашим молитвам или благодаря соблюдению определенного дня. Да? Помните, кто для Господа соблюдает? Для Господа. А кто не соблюдает, то для Господа. Все, что мы делаем, должно быть для Него. Потому что все благие намерения, они исходят из Его, от Него, для Него. И мы можем пребывать в Нем. И это действительно великий дар, когда дети Божьи они могут входить в присутствие своего Творца. Итак, мы совершенно не пытаемся заработать искупление благодаря своим молитвам или благодаря соблюдению определенного дня, потому что мы знаем, что Мессия Иешуа, Иисус Христос, является нашим первосвященником, кохенгагадолем, нашим искуплением, да, нашим копоротом. И, и я понимаю, что может быть это решит слух, козлом отпущения, взявший грехи мира. Это аналогия, аналогия, которую можно провести с Йом Кипур. Так же самое. Он стоял на суде и Пилат говорил, кого вы выберете, и люди говорят, отпусти Вараву. И они еще, выбер... получается, становится тем, кто идет умирать за свой народ, тот, кто выходит за стан. И может он сказать, ну жребий, да, но мы знаем, что жребий это кидает человек, но решение от Господа. И сам Машиях, он шел в Иерусалим, и его спрашивали, когда будет царство? Может, его искали сделать царем? А он говорил, я иду в Иерусалим, чтобы умереть за грехи своего народа. Итак, смотрите, центральное послание к евреям, которое изъясняет значение деятельности Иешуа в свете Йом-Кипур, в, этом, в этот день является для нас и Йом Кипур для нас, номозаветних верующих, для евреев и неевреев, которые верят в еврейского Машииха, может иметь такие значения. Первое. Празднование, исполнение значения и ролик священников и жертвы, которые мы видим в Ишуа. Мы можем праздновать этот день как подтверждение Божьей реальности, Божьего слова. Еще раз. Это исполненное, это уже исполнилось. Да, Ишуа, свершилось, говорил на, на стойке казни, на кресте. Итак, мы сегодня, когда мы празднуем Йом-Кипур, установленный Богом день, мы можем сказать, мы принимаем то, что было вчера, мы принимаем то, что есть сегодня. Мы принимаем искупительную жертву Машииха, который стал для нас жертвой, за, за, стал этой искупительной жертвой который стал жертвой за грех всего народа всего мира и мы принимаем эту жертву, мы становимся соучастниками мы становимся частью этого великого таинства. Второе это день молитвы и поста это молитва и поста хода тайства за Израиль наш народ да. Рэбе Шауль говорил, что молитва моя за Израиль во спасение. И он говорил, что я сам бы желал, был отлученным от Машиаха ради братьев моих по крови, да, крови которым принадлежит усыновление, да, богослужение Тора, для, от которых и Машиах, от которых Христос. То есть это день памяти, день воспоминания о том, что произошло в Йом-Кипор, о великой жертве, о великой жертве Голгофы о великом воскресении Машиеха. И, конечно же, это молитва и пост за наших братьев евреев. Это молитва и пост за тех, кто еще не знает Машиеха, за наших родных и близких. Это особая молитва. Итак, и третье. Это день исследования самих себя и отвержения от греха, находящегося в нашей жизни. Да, все, написано Писание говорит, чтобы мы испытывали себя. 1 Коринфянам 11 глава 28 стих. Да испытывает же себя человек. Да, если мы говорим, что нет у нас греха, то мы его делаем живым. Поэтому каждый из нас имеет вот эту проблему. Даже сегодня, имея искупление, нам нужно вспомнить, что святой да освещается еще святой да освещается, нам необходимо идти дальше. Пусть ваша праведность да, станет больше праведности книжников и прушим. Это очень важно для нас сегодня. Мы должны изменяться, мы должны расти, мы должны входить в те Божьи призвания, которые Бог приготовил для нас. И мы смотрим 31 стих. «Ибо если мы судили сами себя, то не были бы судимы». Потому что мы бы всегда себя оправдали. Но есть Божьи стандарты, есть Божьи стандарты. И каждый день может быть Йом-Кипур. Но Йом-Кипур это особый день, когда мы можем остановиться как община Нового Завета, заявляя перед небесами, что мы не отвергаем наших братьев евреев, наших братьев израильтян, что мы тот же народ, и мы так же, как и они, нуждаемся в Божьем искуплении. Следующий, 32 стих, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Бог хочет, чтобы мы изменились, чтобы мы просто стали другими. 1 Иоанна, 1 глава с 8 стиха. Если же говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нас нет. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правден, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это праздник личного поклонения, это праздник поклонения в общине, чтобы поразмышлять, задуматься о направлении нашей жизни на протяжении всего года. Это праздник нашего единства с нашими братьями и сестрами из народа Израиля. Это наш праздник, который дал нам Господь. Это праздник общины Божьей, это праздник церкви, потому что церковь тоже нуждается в этой искупительной жертве. Сегодня, да, она, мы, мы имеем эту жертву уже. Но, вы понимаете, мы должны всегда вспомнить, да, проверяйте себя, верили ли вы. Мы спасены благодатью. Да, мы не заслуживали этого спасения, Народ стоял и ждал, когда первосвященник выйдет. И когда Ишуа, он воскрес, он вышел. Он вышел к народу, он вышел к своим ученикам. И это была радостная новость. Смертью смерть попрал. Он спустился в места преисподней, где, помните, проповедовал духом заключенным там. И потом он на третий день воскрес. И это была великая радость. Это первосвященник, выходящий из святая святых, тот, кто принес искупительную жертву. И сегодня мы можем смотреть на себя сквозь эту призму. Все мы нуждаемся, все мы согрешаем. Каждый из нас согрешает. И еще в завершении этого, этой темы, эта тема многогранна знаете, я думаю, что кто-то посмотрит и может сказать, да, что ж ты мне все рассказал, можно было и об этом рассказать, и об этом, и вот, но ну, вы знаете, истина она многогранна. Если мы берем изучать Божье слово, истину Божью, она может открываться нам с разных граней. И когда мы будем сопоставлять вот эти грани, мы можем увидеть этот прекрасный, чудесный, просто великолепный изумруд или там, алмаз, у которого множество граней. И Божий свет, преломляясь, он будет играть разными оттенками. И кто-то получит понимание в посте, да, йом кто-то получит понимание в молитве и исповедании, потому что мы видим сегодня, что Израиль, Изменился, изменил вот это положение, не Израиль, я прошу прощения, учителя израиля тех веков, когда не было храма они пришли к простой вещи вот, кстати очень интересная история когда разрушили храм и, и, и собирались вот те мудрецы кто выжил они решили что же нам делать как нам быть нету храма, нету искупления и один тогда сказал давайте мы сделаем так вот мы скажем что теперь молитвы заменили жертвоприношение. И один сказал, это же будет обман, это будет неправда, мы не можем. Есть определенное правило, есть кровь, должна пролить, вот как то, что мы читали с вами. И один сказал, послушайте, лучше э, народ будет обманут и верить в то, что вот так будет правильно. Потому что праведник верую жив будет. И еще дне, день поста, знаете, в этот день принято поститься 24-25 часов. И это очень тяжелый пост, потому что он без воды и без еды, для того, чтобы люди смиряли свои души, искали э, вот именно вот это состояние да, кавана, вот это состояние молитвы, состояние сокрушения. Но знаете, что говорит э, тот же Талмуд, да, э, тот, что пишет тот же Рамбам, Рабий Маше Майманид. Он пишет, что когда придет в машиях, будут произведены изменения, все изменится, и пост, да, он символ страдания, э, сокрушения, станет днем радости. То есть пост будет радость, пост радости. То есть не будет уже то, что происходило сокрушай, а придет радость радость настоящая, неизреченная. Смотрите, законы о постах 5.19, Рамбам. Все посты, четыре поста, в будущем отменятся в дни Машиеха, и они станут днями радости и веселья. 10 Твета, 17 Томуза, 9 Ава, 3 Тишрея. Вы понимаете? И сегодня для нас, новозаветных верующих, этот день – день радости, день искупления день, когда мы можем быть в посту, но мы можем радоваться. И вот одна из основных таких постулатов, символов Нового Завета – это радость. Поскорбев, если надо, радуйтесь, да? Радуйтесь. И еще говорю вам, радуйтесь. Радость да ваша будет совершенна. Мы радуемся только по одной причине. Наш Машех жив наш Машиях грядет. Да, я начинал этот урок с молитвы. Авину Малкейну. Авину Малкейну. Отец наш и царь наш. Ханену Ванену. Ханену Ванену. Киней Манувасим. Осей Ману Цдакова Хесет. Осей Цдакова Хесет. Бехошьейну. Помилуй нас и спаси нас. И я хочу поздравить вас с этим прекрасным временем. И я предлагаю вам, если вы никогда не праздновали Йом Кипур, изучите, что же говорит Писание Йом Кипур. Посмотрите на Израиль, посмотрите, как это происходит, и попробуйте сами прикоснуться к этому вечному.